не готова, по-моему, наша страна еще принять такое законодательство. То есть теоретически это, конечно, возможно, и почему нет. Дело в том, что у нас все-таки вот избирательные какие-то вот наша система избирательная, она подразумевает тем, что вот заключенные относятся к такой массе большой людей, которым вот как скажут, так они и пойдут голосовать, потому что они очень ограничены в каких-то вещах. И думаю, в нашей стране вот это нельзя разрешать сейчас. То есть, понимаете, да, что я имею в виду? Потому что они не будут, у них не будет свободы выбора. Они отдадут свои голоса туда, куда им просто скажут. Но думаю, что со временем, и к этому надо стремиться, они, ну, так сказать, если в нашем государстве все будет уже, так сказать, более действительно и правовое, и все будет контролироваться правильно, почему нет? Я считаю, что они могут голосовать вполне.